Мы ждем, пока проверят наш номер. Я вот решил перед дорогой «Санный путь» почитать книжку про «Санный путь». «Санный путь домой», «Санный путь дрифтера», я не знаю. Ну, «Санный путь» просто, «Санный путь». Так, добрейшего денечка, выселились, но идем на тюбинг газануть. Я достал свою доску, это доска с Джапаниса, с контейнера купленная, 152 сантиметра, короткая для меня. Но всегда на такой ездил, последний раз ездил года 3-4 назад, наверное. Так, специалисты, гора маленькая, доска маленькая. Катался последний раз, не знаю, году в 16-м, наверное, 17-м. Это что у нас тут? Соломон купил в гараже из японского контейнера, японская доска. Короче, поедем. Тучи хмурятся, видимо, по мне плачут. По моему спуску. Хоть гора и маленькая, но... Я, кстати, впервые в жизни в каске. Первый раз в жизни. Подумал о голове. Ловить бы мне карта, особенно заднего. Панчбоб, помогай. Вроде пока не падает. Как на велосипеде, да, один раз научился, а потом падаешь только наверняка. Давай. Смотри-ка, едет. Так, человека, человека, оставь живых человека. Так, отойди, Ярик. Шагаем обратно домой.